Подержи лист пока. Кнопочку удержай, знаешь где? Знаю. Чтобы сейчас посмотрел, на каком они. Понятно, поехали на 12-й. Это новый, кстати, поход делал. Поменяли в прошлом году. Или в этом? Нет, в прошлом. Я посмотрел на сайте. А-а-а. Замена лифта была в прошлом году. Ну, делали, я знаю точно, в этом году. Ну вот, начиная уже с 14-го, уже вот такие стали выпускать. Ну, вообще, это Щербинка. Выйти даже. Да. А, не отправляется. Надо сейчас можно по-другому сделать. Вызови. Сейчас покажу, как фокус вызвать другой лифт. Смотри, вот заходишь, вот держаешь эту кнопочку. Ну. Вызывай. Загорелась кнопка? Да. Все, правильно. Просто видишь, у меня что? Видишь, у меня замигало, вон. Значит, правильно. Вот. Вот так было. Просто... Потому что он уехать не может. Нет, я перевел в режим погрузки. А. Чтобы вызвался другой. Сейчас увидишь своими глазами. Пусть подожди тогда какое-то время. Просто я обязательно должен стоять. Просто если сейчас я выйду, не прокатит этот фокус. А-а-а. Конечно. Посмотри, кнопка как горит. Горит? Да. Все, значит, ждем. Посмотри, открылась? Да. Пошли туда. Езжайте, мы потом. Давай еще раз тогда. Давай сейчас, все уедет. Сейчас, сейчас. Слушай, давай постой тогда здесь, ладно? Да. А я пока выйду. Только ничего не нажимай, понятно? Как? Вообще-то да. Понятно. Мигает, все мигает, верно. Ну, короче, поняла фокус, да, как он срабатывает. Что если перевести, вызывается другой. Mm. Но это так делается, если тебе нужно, допустим, грузовой лифт, а приехал маленький. Нет, почему грузовой? Просто маленький потом уезжает и приезжает другой. Ну, это ждать попутчика. Ну, хорошо, а допустим, если ты с коляской, типа, приезжает маленький, тебе нужен грузовой. А бывает так, что два маленьких. Да, что-то тоже такое же, как это. Ну, это уже пробовать бессмысленно. Почему? Я здесь пробую, чтобы мне поймать второй нужно. Mm.
Все, иди сюда. Кто там закроется? Давай. Когда ты вышла, там все уже отменилось. Нормально. Да, конечно, резину мы растянули чуть долго из-за того, что там... Все-таки мы нельзя на этот этаж поехали. Понимаешь? Mm. Просто у нас бы пойти застукали бы наверху. Надо, знаешь, по барабану. Да, шерить люди ушли, ну... Ну, бывает, что знаешь. Ну, это я знаю. Ну, все. Давно, да, что-то про это не выпускал, уже просто охота уже загрузить. Mm. Уже сколько? Ну, уже два месяца не выпускал. Ну, как и последняя у меня была, то 31-го в этой неделе. Больше я не выпускал. Пошли. Пойдем уже на выход сразу.